Салат на Новый год с ананасами. Сюда входят крабовые палочки крупными кусочками, филе куриное, отварное крупными кусочками тоже, белок яичный, ананасы непосредственно кубиками тоже и плавленый сырок тоже такими приблизительно кубиками. Заправляется все это майонезиком, конечно, можно йогуртом, я думаю, кто не любит майонез. Очень-очень вкусный салат, как на Новый год, так и на любой другой день. Еще наше блюдо новогоднего стола будут вот такие вот блинчики яичные. Здесь яйцо, одно яйцо на один блинчик и 1 столовая ложка молока. Вот таким сыром, вот типа Филадельфии что-то такое. И красная икра. Вот это будут сейчас мазать и налаживать, скручивать. Покажу. Так, творожок вот этот. Или сырок, как, не знаю, называется. Ну, или Филадельфия. Ну, что-то похожее такое. Капрайзе у меня называется. Ну, я попробовала вкус. Намазываю сырком. Так, намазала, хорошо размазала сыр и налаживаю и корочки себе ж делаю, можно побольше. Хотя сильно побольше, наверное, не нужно, потому что она соленая, сильная икра, соленоватенькая. Я думаю, сильно много не надо. Честно, первый раз делаю такие блинчики, не знаю, попробую. Ну, а теперь вот так потихонечку, вот так скручиваю. Ну, наверное, еще ложечку сюда. Или две. Ой, вкусненько будет. Так, скручиваю вот так вот рулетиком. Аккуратненько. И заматываю в пленочку. Положу в холодильничек, оно часик-два полежит, а потом нарежу красивенько, покажу потом как. Сделали вот такой вот салатик. Здесь лист салата, фета или брынзу можно, помидорки черри, болгарский сладкий перец и груша. Заправлю я этот салатик растительным маслом. Сюда еще очень вкусно подходит красный лук сладкий. У меня его нет, я не буду вообще ложить. Вот такой салат. Пекинская капуста здесь. Грибочки обжаренные. Шампиньоны. Ну, там по рецепту были вешенки, но не нашла я вешенок. Арахис обжаренный и болгарский перец. Заправлять буду растительным маслом и лимонным соком. Вот такие еще роллы. Одни сделала огурец и фета, а вторые огурец и крабовая палочка, посыпанные кунжутом и льняное семечко. Вот такие роллы. И еще вот такие вот маленькие тефтельки. Это здесь куриное филе, творог, немножко лука, чеснока. И это все залито сметаной, бульоном куриным. Соевый соус здесь есть и сливки немножко. Вот такая будет подливка на картошечку. Как тоже же без десерта? Вот такой вот десерт я сделала. Тортик бисквитный, шоколадный, с прослойкой. Один крем к сливке взбитый, второй крем типа зефирного, ягодный такой. Ягоды там, малина и яблоки печеные, вот этот розовенький. Ну, я думаю, будет очень вкусно. Вот тортик в разрезе, я вам покажу. Мы уже попробовали. Даниэльчика с днем рождения поздравили. Свечку он задул, желание загадал. И поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем в новом году всего-всего самого наилучшего вам, чтобы все ваши начинания и мечты и планы сбылись. Чтобы чудо пришло в каждый дом. Всего-всего вам, дорогие друзья, от канала Андрей Валя. Подписывайтесь, кто не подписался на этом. Пока-пока, до новых встреч!